В актовом зале энергетического колледжа города Каспийска прошло торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Учителя. С профессиональным праздником первым поздравил своих сотрудников директор учебного заведения Закир Алиханов. И в этот день я еще раз хотел бы поздравить наших уважаемых учителей, педагогов, пожелать им крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы те планы и намерения, которые они в своей жизни себе намеревают выполнить, чтобы они исполнились. Далее студенты рассказали трогательные поздравительные стихотворения своим учителям, отметив их высочайший труд и огромный вклад, мудрость и терпение. Далее для всех присутствующих выступили воспитанники студии «Лезгинки Арс», которые исполнили зажигательные национальные танцы. Что студенты энергетического колледжа творчески подошли к этому празднику. Для своих педагогов они подготовили юмористические миниатюры, а также в течение недели проводили опрос среди учащихся, чтобы выявить лучших преподавателей в определенных номинациях.